Друзья мои, всем привет! В общем, сегодня постреляем на дистанцию опять 50 метров и немножко поменяем заряд. В общем, суммарно заряд сегодня будет отстреливаться 32 грамма. Стрелять будем на Соколе украинской расфасовки. В общем, друзья, сегодня 32 грамма навеска дроби, но вместе с буферной смесью. Постреляем сегодня на буферной смеси. В общем, какие рецепты патронов, смотрите, лист перед мишенью будет. И там прочитайте рецепт патронов. Первый выстрел, порох Сокел. Поехали стрелять. Дистанция до мишени, я уже сказал, 50 метров. Дульное сужение 0,5. Забегу немножко наперед и скажу, что завершающий сюжет будет очень интересным. Досмотрите до конца. И посмотрите, как можно стрелять буферной смесью на дистанции 70 метров. Поехали стрелять. Скорость 402. Так. Сейчас показываю скорость. Я думаю, будет видно, да? Скорость 402. Пошли смотреть, что там у нас прилетело. Так, друзья, ну вот, что-то проясняется. Смотрите, какая картина. Это Сокол, 32 грамма навеска. То есть самой дроби 30 грамм всего лишь. И 2 грамма буфера. В общем, смотрите, какой результат. Обвел все. То, что прилетело мимо мишени, вот все пообводил. То есть их тут, а мимо мишени так много прилетело. Смотрите, какой результат. Результат, я думаю, достойный. Как для такого заряда. Обращайте внимание на рецепт патрона. Ну и кому интересно, запоминайте. В общем, поехали стрелять на ПЖ 3 блок. Второй выстрел. Так, друзья, второй выстрел. На порохе Сокол. Навесочка 32 грамма. Ну, в принципе, вы видите, как работает 32 грамма тоже на 50 метрах. Друзья, в общем, хочу зайти наперед и сказать. Немножечко, сантиметров на 15, поднимаю выше центра мишени мушку. Ну, все-таки это... Видно, что это работает. Немножко все-таки падает дроп уже на таком расстоянии. В общем, поехали стрелять. Второй выстрел. Смотрите по рекламации рецепт патрона. Поехали. .398. Давайте глянем, как оно там на самом деле. Сейчас показываю вам скорость. Смотрите, друзья. Ухо видно, теневая сторона. Давайте вот так переверну. 398. Вот. Ну и пошли смотреть, что там прилетело на ПЖ 3 блок. Стаканчики нахожу. Вот они лежат. Вот стаканчик. В общем, поделены лепестки на 8 частей. Ну, я везде в стаканчиках так делаю, друзья. Так. Ну, как-то по моему выражению видно, да? В общем, друзья, да, была приподнята, целился вот сюда где-то. Обратите внимание, ну тут примерно здесь все и улеглось. Немножко, то есть действительно метров 15. Я чуть-чуть выше прицелился, ну и видно, ушел заряд выше. Ну а так-то по осыпи смотрите, друзья, смотрите, делайте свои выводы, даже вот не отметил еще одну. Делайте свои выводы. Все, друзья, жду комментарий, давайте стрелять третий выстрел. Третий выстрел у нас, кажется, на пыш-контейнере, да? Поехали. Третий выстрел на контейнере. Поехали.
398. Дубль. Так. Показывай, мужчина. Сейчас переверну. Аналогичная скорость. Интересно. Дистанция большая, мужики. Большая дистанция, уже как-то тяжелее попадать. На охоте оно как-то... Об этом не думаешь, а тут пытаешься выцеливать. Немножко тяжелее. О, на контейнере раскидало вообще. Друзья, ну, пошире раскидало, конечно, особь немножко шире. Но, тем не менее, в принципе, возле центра как бы есть... Небольшое сгущение, не в самом центре, но в районе центра есть. То есть, смотрите, какой результат. В принципе, скорость в норме. Вот. Немножко чуть-чуть пошире раскидала. И сейчас таким же зарядом, парни, выстрелим без буфера. Посмотрим, как оно будет. Так, друзья, четвертый выстрел без буфера. Такой точно, на 32 рама. Пыш-контейнер, то есть для наглядности, я думаю, как вариант, обязательно надо. Ну и, ребятки, следующий выстрел будет на 70 метров. Этот пока на 50. Поехали стрелять. .397 на 1 метр просила скорость. Ну, можно сказать, что в норме. Парни, ну скорость-то в норме. Все равно. Вот сейчас так переклоняю, покажу. 397. Вот. На 1 метр в секунду. Разница с предыдущими двумя выстрелами. Так, друзья, мишень номер 4. Смотрите результат. Ушел ниже заряд, но он как-то растянутый. Хотя целился вот сюда. Но тем не менее, вот так вот прилетел без буфера заряд. Но тут-то есть вот сгущение. В принципе, есть сгущение. Но целясь сюда, прилетает заряд ниже. Не могу сказать, что это хорошо. В общем, все-таки на буфере повеселей. Ну и теперь пятая мишень. Самая интересная за сегодня, потому как стрелять будем на расстоянии 70 метров. Поехали. Так, друзья, ну вот такая огневая позиция. 70 метров. До мишени, ну видно, да, далеко. Там немножко есть помеха, пришлось чуть-чуть вправо сместиться. Ну то есть, мишень видна, ну дистанция действительно серьезная. Поехали пробовать. Какой заряд, смотрите на листочке. Так. .416 скорость. Но расстояние большое, конечно, очень большое. Сейчас показываю скорость, друзья. Так, вот она скорость. 416. Ну и поехали смотреть. В общем, ребята, вот такая вот история. Смотрите, как бы для 70 метров. Вот торчит это самое. В отверстии насквозь. Щит 2 сантиметра. Доска пробила насквозь. Дроп номер 2.0. Дроп от Лехи Завара, ребят. То есть дроп достойная. Ну и теперь смотрите. Центр видите? Сколько прилетело в центр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь дробин прилетело. Маленький круг. Диаметром 37,5. 70 метров.
Если бы это был заяц, заяц был бы взят на 70 метрах. Ребят, то есть, смотрите, как работает буфер. Конечно, я никого не призываю стрелять на такие большие расстояния, но тем не менее. Смотрите, патрон работает и на 70 метрах. Пишите, оставляйте свои комментарии. Будет интересно послушать ваше мнение. Всем удачи, всем пока. До следующего ролика.